Второе заседание по делу Сергея Казакова и Альберта Скворцова сегодня состоялось в Октябрьском районном суде. Напомним, их как собственников помещений на втором этаже старой аптеки обвиняют в незаконной установке пластиковых окон и металлических дверей. Второе заседание никакую ясность в это дело не внесло, ответчики в суд не явились. Со стороны истца были представители госинспекции по охране культурного наследия, городской администрации и госцентра. Они озвучили свои претензии, но ничего нового не сказали. Они рассчитывают, что ответчики вернут старой аптеке деревянные окна и двери, а также воссоздадут лепные профильные карнизы по периметру зданий и частично отремонтируют кровлю, которая, между прочим, находится в общей собственности. Судья Максим Игнатович внимательно выслушал позицию истцов и назначил очередное заседание на 19 мая.